белые рядовки. Это то же самое, что серая рядовка. Осенний гриб, осенняя серая рядовка. Она серая, бывает очень поздней осенью. Но вот сейчас еще не поздняя осень. Но белые вот появились. Они бывают только в этом лесу. Это очень большая редкость, белая рядовка. Петушки и курочки их называют. Точно такая же самая бывает, бывают зеленушки, грибы. У них запах одинаковый, они очень ароматно, вкусно пахнут. Вот, и они очень вкусные грибы. Напоминают куриное мясо немножко. Ну, так говорят, но и мне так кажется. Вот как они выглядят. Но их не спутаешь, конечно. Их можно с чем-то спутать, конечно, но с такой вот рядовкой ложной, которую я недавно показывала на канале на своем, ее спутать нельзя, потому что здесь запах очень вкусный, а там запах очень резкий, ядовитый. Вот такие вот рядовки белые. Но это то же самое, что серые. Ну, как сыроежки. Бывают красные, бывают синие, бывают зеленые. Чуть ли не полосатые. Вот так и здесь тоже. Вот. Вот он какой. Шикарный гриб. Но он сегодня не червивый. Это редкость. Они только-только появились, видимо. С удовольствием я их нашла. И не поленилась их забрать. Все на этом. Всем пока-пока. Всем пока-пока.